Ровно год прошел с первого заседания Совета Безопасности под председательством президента Сооронбая Жээнбекова. 8 февраля прошлого года глава государства официально объявил войну коррупционерам. Курировать ход борьбы поручил Совету Безопасности. Много чего за год было сказано и обещано. Сегодня итоги всего года подвел секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев. Если вкратце, денег в результате борьбы с коррупционерами на спецсчет, открытый в июле прошлого года, поступило всего 1 миллиард 38 миллионов сомов. Возбуждено всего было 988 уголовных дел в отношении разных ранга чиновников. Тех, в которых фигурировали самые высокопоставленные, можно сказать, первые лица страны, 19 дел. По 9 уже есть решение первых инстанций. Еще 10 на стадии передачи их в суд. 82 человека уже услышали от судей свой приговор, 44 под стражей. Из самых громких – это расследование по ТЭЦ по проведению некачественного ремонта и заключению контракта на модернизацию, вопреки интересам государства. В ходе следствия получены достаточные доказательства и предъявлены обвинения Калиеву, Садыкову, Бримкулову, Кадырбаеву, Боркоеву, Омуркулову, Нурлану и Курманбекову. Во время прохождения осенне-зимнего периода было принято неверное решение о демонтаже оборудования химводочистки первой очереди химического цеха ТЭЦа города Бишкек. Последствия данного непродуманного решения мы все увидели в прошлом году зимой. Установлено, что при заключении контракта по модернизации ТЭЦ отсутствовали детальные расчеты выполняемых работ и не было конкретной сметы. Интересы Кыргызской Республики не были учтены, когда готовились и подписывались соответствующие контракты. Дело по коррупции при заключении контракта на модернизацию, по которому обвинения предъявлены Сапару Исакову, насчитывает 53 тома. Ну а ущерб интересам страны, о которых отмечается в обвинении, насчитывает 5 миллиардов 439 миллионов сомов, что составляет почти 78 миллионов долларов. Реконструкцию объекта, кстати, проведенную китайской компанией Тибей, провели за 386 миллионов долларов, взятых в кредит. По делу проходит и официальный представитель Тибея в Кыргызстане Мусаджан Макилек. Все, что пока государство смогло материального у фигурантов арестовать, это имущество на 413 миллионов сомов. Между тем, в суде уже идут слушания в отношении сразу двух экс-мэров. 4 уголовных дела в отношении Албека Ибраимова объединены в одно производство. Это уголовное дело по факту заключения контракта по поставку специзделий между ТНК «Дастан» и ОСО «Дастан Инжиринг» по завышенным ценам. В результате государству был причинен ущерб на общую сумму 21 миллион 942 тысячи сомов. В порядке информации хотел сказать, что по этому уголовному делу получены прямые доказательства о том, что Ибраимов в своем кабинете, будучи мэром города Бишкек, получал денежные средства в размере 250 тысяч долларов и 20 тысяч долларов, которые были сняты с кассы ОСО «Дастан Инжиринг». Остальные три эпизода – это связаны с незаконным предоставлением земельных участков на территории города Бишкек общей площадью 5 гектаров. Действия другого экс-городоначальника Кубанычбека Кулматова, напомним, по версии следствия, нанесли ущерб государству в 94 миллиона 884 тысячи сомов. Грантовые средства, которые также поступили в рамках модернизации ТЭЦ, должны были быть направлены на строительство двух школ в регионах – в Волжской области и в селе Беловодское в Чуйской. В результате вмешательства Кулматова, отмечает следствие, была построена школа в столице, причем за баснословные деньги. В ходе строительства данной школы из республиканского бюджета было также дополнительно получено 104 миллиона сомов. В результате эту школу построили на сумму, превышающую 230 миллионов сомов. Можно привести примеры, что в самом отдаленном районе, например, на территории Чоңалайского района, аналогичная школа, которая была построена в городе Бишкек, она оценивалась, не оценивается, туда было затрачено около 70 миллионов сомов. Отдельное внимание общественности некоторое время было приковано к задержанию Крамчана Эльмиянова. Его обвиняют в получении взятки в 150 тысяч долларов за содействие в положительном исходе дела в отношении иностранной фирмы «Дизелькомплект». Кроме того, что в отношении компании прекратили уголовное дело, был снят арест и на принадлежащие грузовые машины, вследствие чего их удалось быстро вывести с территории Кыргызстана. Но больше всего средств государство получило в результате конфискации имущества осужденного на 10 лет экс-первого вице-премьера Аскарбека Шадиева. В ходе следствия Шадиеву были предъявлены обвинения по факту злоупотребления должностным положением, по факту незаконного пересечения государственной границы и по факту легализации преступных доходов, особенно в крупном размере. На все имущество Шадиева было своевременно наложен арест, и в настоящее время конфискованное имущество передано в доход государства на общую сумму 1 миллиард 852 миллиона сомов.
Уголовное дело о взятке, полученной прокурором Уланом Чалбаевым, направлено в суд. Его, напомню, взяли с поличным прямо в кабинете при получении 200 тысяч долларов. В суде также и дело в отношении начальника Бишкекского городского департамента регистрации транспортных средств водительского состава Насира Алмаматова. Видео, где он, сидя в своем кабинете, получает от студентов конверты и складывает их в стол за успешную сдачу экзаменов по вождению, вызвало общественный резонанс. На стадии завершения уголовное дело на экс-замминистра транспорта Джусубалиева, вымогавшего с участника тендера 520 тысяч долларов за победу в конкурсе по строительству участка дороги Эпкиндейкан. Немалые средства удалось вернуть в бюджет в результате выявленных недоплат налогов. Только по Росинбанку возмещение составило 1 миллиард 44 миллиона сомов. В результате проведения всех следственных действий было доначислено налогов на общую сумму 1 миллиард 44 миллиона сомов. По уголовному делу, как мы ранее говорили, привлечен к уголовной ответственности Гойхман, один из руководителей Росинбанка. В отношении его имущества наложен арест, и оно уже направлено в суд. Другое уголовное дело – это в отношении Осоя Хана. Это касается уклонения от уплаты таможенных платежей на общую сумму 166 миллионов сомов. По этому уголовному делу был задержан бывший руководитель Северной таможни Айбашев, а также по уголовному делу предъявлено обвинение бывшему председателю таможенной службы Адамкулу Джунусову и другим представителям таможенной службы и предпринимателям. Впрочем, есть еще один чиновник, о котором Дамир Сагымбаев не упомянул, но о нем напомнили журналисты. Раимат Раимов, экс-заместитель председателя таможни. Бывший чиновник, так как, несмотря на решение суда в его пользу, но еще пока не восстановился в должности, он имеет неоднозначную в народе репутацию из-за количества и масштабов его имущества. Исходя из размеров зарплаты госслужащего, появление такого добра едва ли можно объяснить. ГСБ проверку, наконец, инициировала. Однако, будет ли она проведена объективно, задавались вопросом журналисты, если в финполиции работает родной брат Раима Мутраимова. Его младший брат действительно занимает, приблизительно на протяжении последних 2 лет должность начальника службы собственной безопасности государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Служба собственной безопасности, она не занимается проверкой информации в отношении каких-то других людей. Она занимается только выявлением каких-либо нарушений законности, проявленных в ходе действия самими сотрудниками финансовой полиции. Кроме того, хотел отметить, что по нашей информации в настоящее время младший брат Матраимова находится в очередном трудовом отпуске, и таким образом он и дополнительно, я имею в виду, даже если сильно захочет, не сможет повлиять на проведение проверочных мероприятий. На фоне озвученных Сагымбаевым итогов уголовных расследований по той же ТЭЦ, историческому музею и прочим коррупционным скандалам, по которым привлечены к ответственности бывшие премьеры, мэры и министры, работавшие при бывшем президенте, журналисты поинтересовались, нет ли перспективы и у Алмазбека Атамбаева быть привлеченным по тем же уголовным делам. Есть многие уголовные дела, по которым проходят высшие политические должности, бывшие, я имею в виду. И не исключаю, что в ходе следствия или в ходе судебных прений, в ходе судебного рассмотрения могут появиться какие-то показания. Мы никогда не можем исключать, что обвиняемый либо подсудимый может дать какие-то показания. Если эти показания будут, то, соответственно, будут возбуждаться уголовные дела и проводиться соответствующие следственные действия с учетом того, что Джоур Кенеш примет какие-то законодательные акты, связанные с презумпцией. То есть на данный момент пока таких показаний нету. Работа по тотальному демонтажу коррупции на всех уровнях в государственных органах продолжится, подчеркнул Сагымбаев. Спецсчет будет пополняться. Имеющиеся на нем деньги уже решено направлять на строительство социальных объектов, таких как школы и больницы. Возведение некоторых из них начнется уже в этом году. Елена Яковлева, Алтынбек Анабекулу, НТС.